К ивановским пенсионерам, ветеранам войны и труда сегодня приехали первые лица региона. На информационной встрече в доме-интернате в местечке Лесное на самые злободневные вопросы отвечал губернатор области Михаил Мень. Он обрисовал картину состояния региона, рассказал о современных достижениях в животноводстве и сельском хозяйстве. Отметил, что важно создавать новые рабочие места, повышать зарплаты. Их интересует все, и в первую очередь экономика, как развивается регион, что в сельском хозяйстве, что в промышленном производстве, что в развитии туризма, даже сегодня вот вопросы задавали сами инициативно люди. То есть вот поколение настолько неравнодушное, что, я думаю, наши молодежи нужно учиться у них именно вот этому, как принято сейчас говорить, жизненному драйву. Также Михаил Мень спрогнозировал большой наплыв туристов в Плес. Свой рассказ неравнодушному поколению губернатор сопровождал историями из своего прошлого. Упомянул даже, что 2 года работал машинистом башенного крана. Пенсионеры слушали с удовольствием. Когда губернатор перевел монолог в диалог, посыпались вопросы и предложения. Одно из них касалось рационального использования непригодных земельных угодий. Ветеран труда из Кинешмы предложила высаживать там лес. У нас есть такие поля, которые не только сегодня не востребованы, но могут быть и завтра не востребованы в силу там каких-то объективных и субъективных обстоятельств, тоже качество почвы, например, там и так далее. Если бы лучше увеличить площадь лесов на территории области, мне кажется, в этом какая-то логика есть. Пенсионеров волнуют как глобальные политические и экономические вопросы, так и вопросы житейские – ОДН и социальные выплаты. Пожилые люди заботятся о будущем гораздо больше, чем молодежь, отметил Михаил Мень. Мария Авдеева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.